когда ты утром плещешь в лицо водой, спроси себя, сколько лет этой воде? И задумавшись, ты неизменно найдешь этот вопрос нелепым. Ведь вода не имеет возраста. Вода не бывает старой. Она может быть грязной, отравленной и какой угодно еще, но очистившись, станет той же H2O и будет также молода. Вода не умеет умирать. Именно та вода, которую утром ты чувствуешь ладонями и лицом, именно та задействована в вечном земном круговороте. Еще недавно она была в океане, в облаках, в недрах земли. Твое привычное утреннее умывание или омовение – это каждодневное прямое соприкосновение с вечным. Перед едой ты умываешь руки не только из соображения гигиены, но и для того, чтобы руки, которые прикоснутся сейчас к пище, зарядились вечным. Вода бессмертна. Сколько лет? А не сколько. Она просто вечна. Посмотри, насколько просто ее бессмертие. А ведь ты почти на 85% состоишь из воды.